Всем привет, с вами снова я, Шатихан. Я сегодня сделал такой проект. Если нажимаешь на номер один, получается бегущая строка. Если нажимаешь на три, она отключается. Если нажимаешь на два, включается RGB LED. Как видите, вы эту вещь много видели. Эта вещь бывает на сейфов или у дверей, которые открываются с помощью кода. Вам код оказывается легким, но она сложная. Эта вещь не только сможет управлять этими лампочками, но и сможет управлять роботами. Многими вещами может управлять. Я еще это попробую сделать на других проектах. Если у меня получится, я вам это покажу.